Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Solaris 2016 года выпуска. Двигатель 1.6 автомат. Пробег на автомобиле 11 тысяч километров. Заменим сегодня на автомобиле фильтра и масло в двигателе. Поднимаем автомобиль, сливаем масло. Поднял автомобиль, снял защиту. Вот спереди у нас находится масляный фильтр. Сейчас крабом его откручу. Поставим новый и сольем масло. Мою масло подтеки. Берем новый фильтр. Фильтр будет фирмы Partsmal. Номер его идет PBA001. Фильтр налил масло и прикручиваю его на место. От руки затягиваем. А теперь можно сливать масло. Сливаем. Слили масло. Закручиваем на место пробку. Смываю подтеки. Обычный очиститель карбюратора. Ставим защиту и опускаем автомобиль. Опустил автомобиль. Заливаю масло. Масло залью GM 530 DEX S2. А номер его по каталогу идет 194-2003.
Если кто-то использует такое же масло, обращайте внимание, чтобы фасовка была евро. Вот здесь написано МАДЭ ЕУ и наклеечка здесь маленькая. Если российская фасовка, здесь большая наклейка, здесь написано MADE IN RUSSIA. Залил где-то 3-400 масла, 3-400-3-450. Перепробег по маслу получился небольшой, но тем не менее масло только залили, оно уже темное. Что за масло было залито, я не знаю. Ну вот уровень максимум. Так что примерно 3,5 литра входит. Меняем воздушный фильтр. Открываем две защелки, поднимаем крышку, выводим ее чуть-чуть вперед и достаем фильтр. Ох, фильтр-то зацепился. На резинке приклеился. Да, грязный, забитый. Новый фильтр тоже используем фирмы Partsmal. Номер его идет PAA087. Также поднимаем крышку и устанавливаем фильтр. Поправляем резиночку, чтобы она у нас ровненько легла. Отводим вперед, сзади две направляющих попадаем и защелкиваем обе защелки. Идем, меняем салонный фильтр. Так, открываем бардачок. Здесь у нас в бардачке с двух сторон находятся вот такие штучки. Поворачиваем их и вытаскиваем. Вот такая с одной стороны. И вот такая с другой стороны. Опускаем бардачок и видим крышку воздушного фильтра. С двух сторон нажимаем фиксаторы. И крышка снимается. В кассете вытаскиваем фильтр. Вот такой вот забитый фильтр, поэтому рекомендуется его менять каждый раз при замене масла. Новый фильтр будем использовать тоже фирмы Partsmal, а номер его по Partsmal идет PMA043. Старый фильтр просто вытаскиваем из кассеты и в эту кассету. В салоне не буду. В эту кассету вставляем новый. И вставляем. И задвигаем ее на место в салазке. Берем крышку и защелкиваем. Поднимаем бардачок и поворачиваем вот эти пробочки.
все. Салоны меняются быстро. На этом замену фильтров и масла в двигателе мы закончили. Всего вам доброго!